великі адміністрацыі цудоўнага музея, Хвера Азбора, за тое, што дазволілі нам у такім фармаце павыступаць. Фактычна на адной сцэне з выдатнымі прафесійнымі музыкамі. Ну, а я магу сказаць пра наш калектыў чудесны, што калі б мы не называліся капэла на такую, то нам нужна было назваць капэла безнадзейнасць. Правда, правда. Потому что вот с якого боку не погляди, у нас вот социальный неформат. Мы начнем с того, что вот за прошение фактично мы обязаны дяде Лене Нарушевичу. Он хороший человек, но и его знают, а его тут мучить уже нема. И зараз поведи. Он такой крупный мужчина с бородой, да? Это один из самых лепших гука-операторов города Минска, может быть и лепший. Но вот значит, с нашей капеллой ему ловить абсолютно не ма чего. То есть, як не настраивай микрофон, и мы лепше гучать не будем. Вот такая есть вот драма. Да. По-другое, мы не играем концертную музыку, поэтому мы кресла расставили по приколу. Потому что их не имеет сенсу вот сидеть и слушать то, что мы играем, потому что мы играем музыку, которую танцуют. Конечно, когда люди отпрацевали полный працовный день в понедельник, после пришли чиллаут послушать, да, а ты им играешь танцевальную музыку, это трошки напруживает. Но мы так вот не заточены так, что по-другому у нас вот не отрывается. Ну, может быть, мы таких уже особливо жвавых танцев играть не будем, а может быть, навык, если вы дозволите, трошки порассказываем про те мелодии, которые играем, ну, зусім-зусім трошечки. Ну, вот первая история, вельми короткая, да, зараз мы вам сыграем вальс. У нашей версии называется вальс Поплавска, у этнографичных записов 40-годовой давнины, он называется просто и со вкусом белорусский вальс. А у украинцев он называется вальс 12 ночи, и навод у поляков это танец есть. Есть навод великое подозрение, что кто из белорусских скрипачов колесце скрал с грампластинки, альбо от заезжего вла, надо эту мелодию, вот я разыграл. Мы этот вальс играем, дякуючи присутной тут судовной музыкантше Кате Радзивилловой. Вот она тут сидит справа, да, с города Ивенца. Венец – это чудовный город, вельми раю вам побывать. Навод, коли вы туда привезите группу слонов и голых акробатов, да, люди города Ивенца, навод у вас, в ваш бок голову не повернуть. Они заняты, да, они заняты своими справами. Правда-правда, так оно выглядит. Подумаешь, там приехала капелла, те, что естественно. Ну, так иначе, вот этот вальс приехал с города Ивенца, потому что человек, который там его наиграл, довольно ведомый человек, и тут и снова так само замешался в этой истории дядя Леня Нарушевич, Константин Поплавский был родом с Подивенца. Константин Поплавский – это батька великой и могучей Ядвиги Поплавской, как вы чули про такую. Он был природным скрипачом и природным аккордеонистом, то есть николи не учился этому, а потом у его на биографии были некие дивные пригоды, одночасово служил и польским войску, и в советским войску после. А после отримал эдукацию и вернулся в Минск уже там керовником, хурмайстром державного хора, по-моему, да, и это уже совсем меньшая история про совсем меньшего человека. А вот на ранних этапах своей биографии такие милые, альбо писал, альбо пригожа позычал, Костя, такие вот милые пригожие мелодии, как это самый вальс, вальс Поплавска. Будем играть? Рассказывать или играть, чем-то можно классно.